Всем привет, я Сергей Сервяков, тренинг по-прежнему идет. Вика у нас немножко прогуляла по уважительной причине, болела недельку. Но думаю, недельку нам особо погода не сделает, но время так иначе утеряно. Всем привет, у меня все хорошо, сила моя растет. Но если серьезно, у меня был небольшой перерыв, я болела примерно неделю, во время которой я активно подкрепляла себя сладким. В всяком случае, 3 дня у меня было такого хорошего зажора. Ну, честно говоря, я боялась, что я поправлю сразу на 10 килограмм, но не вышло. На самом деле, вес у меня сейчас стоит. Сергей сказал, что это, в принципе, вполне нормально. И результаты будут определены замерами, которые меня ждут в ближайшее время. Посмотрим, что у меня произошло после трения, после 4 месяцев. Теперь болтыхаться по залу у Вики никак не получится. Просто так бесцельно. Мы отдых делаем крайне активным. Есть набор упражнений, он будет меняться. Но вот основное то, что сегодня вы увидели, это упражнение на пресс, упражнение на мышцы тазового дна. Их тоже нужно тренировать. Если они будут не тренированы, а ваш пресс будет сильным, то внутренние органы легко может выдавить туда вниз и получить опущение этих самых внутренних органов, что приведет к негативным последствиям вашего здоровья. Вот. Ну и третье, как всегда нужно заканчивать упражнение на пресс с упражнением на поясничку, чтобы не было перетягивания у вас вперед. Самочувствие у меня замечательное, мне очень нравится программа, которую сейчас дает мне Сергей, это Изотон. Он сам расскажет, что это такое. Ну, в общем, это такая программа, которой вроде бы и не устаешь, а на самом деле напряжение идет достаточно хорошее. И мышцы становятся более выносливыми, сила растет. В общем-то, все, что нужно мне. Я надеюсь, что объем моих мышц увеличивается. В легкую неделю у Вики будут тренировки по системе Изотон. Это оздоровительная гимнастика, либо упражнение, как хотите назовите, способствующее повышению вашего тонуса жизненного. Вот также у Вики в микроцикле есть изменения. Теперь у нее будет больше 100 динамических недель, если можно так сказать. Связано с тем, что при таком режиме тренировок больше выделяется в кровь соматотропина. А так как у нас основная цель все-таки убрать лишний жир, то нам это более выгодно делать, потому что соматотропин у нас хороший липотропик.